студии студенты практической школы телевидения со своим взглядом на события минувшего дня. Коротко о главном. Вы же сказали, это не надо. Можно сказать. О новых идеях в кино в репортаже с места событий. Опять событий. Событий. Против курения. Маша, еще. Добрый вечер! В эфире телеканала English Club TV вечерний выпуск новостей. Слово Павлу Булаве. Господи. Нормально? Но куда серьезнее проблемы со здоровьем курящих людей? Они не казенные. Процесс пошел, да? Так, все, давайте, ша. Тему продолжает Светлана Крючкова. Украина – лидер среди стран Европы по количеству. Ты без микрофона, курящих. Можешь не говорить. О, Господи. Каждый третий, блин, мне не видно кусочка все-таки. Наградой за победу над вредной привычкой служат не только яблоки. Что еще? Давайте спросим у Марины Якушевой. Я. Блин, извините меня, я не смог. Черт, почему? Это зря. Так, тишина в студии. Готова? Да. Сколько людей, столько и мнений. Владимир Курган поможет нам взглянуть на это событие с другой стороны. Да. Блин. Расскажет Кристина Лихацкая. Соревнования, церемония награждения. Презентация. Церемония награждения. Это получается... Радует то, что Днепропетровск все чаще становится центром событий международного уровня. Начали. Да. На сегодня это все новости. Хорошего настроения. До новых встреч.